Всем большой привет! Сегодня будем делать очень вкусную заготовку на зиму из помидоров. Закрывать томаты будем небольшими дольками, так что подойдут не только целые одинаковые помидорчики, но и любые, какие есть. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будут указаны в конце видео. Приятного просмотра! 400 граммов репчатого лука нарезаем тонкими перьями. Затем помещаем его в сито и обдаем крутым кипятком. 1,5 килограмма спелых, но твердых помидоров разрезаем на дольки и удаляем сердцевину. Берем сухие стерильные банки. На дно каждой кладем одну гвоздику, 3 горошины душистого перца, 5 горошин черного перца и распределяем половину лука. Дальше закладываем доверху помидоры. Стараемся хорошо их уплотнить, но не помять. Сверху выкладываем шапочкой оставшийся лук. Из указанного количества продуктов получается 5 пол-литровых баночек. Дальше готовим маринад. Высыпаем в кастрюлю 20 граммов каменной соли, 30 граммов сахара, наливаем 1 литр воды, размешиваем и отправляем на плиту. После закипания добавляем 50 миллилитров 9% уксуса и ждем, пока начнет кипеть повторно. Теперь банки с помидорами устанавливаем в застеленную полотенцем кастрюлю. Заливаем в них горячий маринад. Прикрываем стерильными крышками, а в кастрюлю вливаем горячую воду, чтобы она доходила до плечиков банок. Ставим на умеренный огонь и ждем, пока вода в кастрюле закипит, а крышки на банках станут очень горячими. С этого момента засекаем время и стерилизуем ровно 5 минут. Затем аккуратно достаем баночки из кипятка, закручиваем, переворачиваем и оставляем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.